Информационная служба телерадиокомпании «Гомель» протягивает свою работу у эфиры. У студии для вас работает Наталья Ихнатенко. Добрый вечер. У Беларуси проходит вылучение кандидатов у члены Совета Республики Национального Сходу. Сегодня своих представников вылучили у Карме, Мазыры и Ельску. На суместных посяджениях президиума районного совета депутатов и райвыканкама. Подробности у нашем сюжете. Удельники суместного посяджения президиума Кармянского районного совета депутатов и райвыканкама одиноголосно подтримливают кандидатуру директора КСУП «Звезда» Галины Трибунах. Працевать у агропромысловом комплексе она начала в 1997 году, а праз 10 годов узначалила господарку, якая зараз является одной из самых поспяховых на территории в области. До речи, за свои працовные досягнения Галина Трибунах признана переможцей областного споборництва «Человек года 2016» у номинации «Человек на земле». А КСУП-звезда занесена на республиканскую дошку гонору по экономии ресурсов. Я хочу выразить огромные слова благодарности, потому что это действительно очень высокое доверие. И я даже не нахожу слов, что можно сказать по этому поводу. Но я постараюсь оправдать это доверие, выполнять все, что я смогу выполнить, все, что будет в моих силах. И, конечно же, оказывать максимальную помощь всем. Так само сегодня у Мазыры на суместном посяджении президиума районного совета депутатов и райвыканкама у якости потенциального представника у Верхней палате Белорусского парламента обрали директора городской средней школы номер 16 Оксану Ковалькову. Она працует в системе адукации больше 15 годов, а у Ельску вылучен Рыгор Дворак. У 1983 году он скончил Белорусский институт инженеров чыгуночного транспорта. После закончения працевал спочатку наместником, а потом начальником станции Калин. С 2003 по 2009 займал посаду начальника транспортно-экспедиционного республиканского предприятия «Гомель Желдартранс». Зараз узначальвае гомельское отделение белорусской чыгунки. Нагадаем, что у Совет Республики Национального Сходу Беларуси повинны уваходить 64 человеки. При этом 8 из них призначает президент, еще 56 обираются на мясцовом узровне. Выборы проводятся на основе ускосного выборчего права при тайном голосовании. Регистрация кандидата у члены Совета Республики будет проходить с 20 по 24 жнивня уключно. Дмитрий Котов, Ольга Вальченко, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». Згодна з оперативной информацией облсельхозхарчу, збожевые культуры на Гомельщине убраны больше, как на 80% площад. При этом агульный намолот склав амаль 890 тысяч тонн. Лидер полевых работ – господарки Речицкого района, которые первыми завершили массовое жниво и уже отримали 105 тысяч тонн збожжа. Это лепший показчик в области. Поспехи и проблемы сёлетней уборки у материале Олега Сенцерова. Стримлюючий фактор у опошние дни – дожди, ведьми потребные для інших культур, и они примушают механизаторов годинами чекать больше сприяльных умов для протягу работ. Тем не менее, у шмат таких господарках запевнивают, что до закончения жнива им потребны минимум часу. У коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии 21-й заезд КПСС Речицкого района кажут об двух днях, на протягу яких опошние килограммы збожжа перевезут на приемные пункты. Сегодня тут убираются опошние палетки. В целом, выниками жнива у господарства задоволены. Хоть и было ведьми тяжко, але агульный намолот, вероятно, будет больше летошника. У нас всего 7 комбайнов, а посевная площадь складает 2540. Поэтому нагрузка на комбайн, представляете, это где-то получается за 400 гектар. Вот. Поэтому работаем с утра до вечера, пока можно. Збожжа – это не только хлеб на полицах крам, а в первую чергу мясо и молоко. По великим рахунку, жниво – это основа стабильной работы сельской господарки на протягу всего года. А тому и увага до его повышенная, причем на всех узровнях. Мониторинг жнива Комитет державного контроля Гомельской области проводит постоянно, как про выезды непосредственно господарки, так и проведение прямых и горячих телефонных линий. До гонору сельхозпредприемства необходимо означать, с каждым годом порушений становится меньше. Подчас опошней прямой телефонной линии, например, поведомления об конкретных порушениях у вогуле не было. Бодай наибольш распосюдженное питание, коли господарки почнут оказывать допомогу по борце сборжа на присядибных участках. Что тычется выников проверок, какие были проведены непосредственно в господарках, то у самом початку жнива специалисты Комитета державного контроля Гомельской области означали неподрактованность частки техники до выйти на палетки. У особных сельгазпредприемств были кадровые проблемы. Не хапало механизаторов, але у всех этой пытания
питання оперативно вирішення проблеми, які контролери реєструють у останній час, зв'язані перш за все з фінансами, особливо значного впливу на агульний ход роботи вони можливо не оказують, але по великим рахунку таких фактів не повинно бути увогулі. Був момент перебої з топливом. Перебої з топливом навіть простаювали по цілому дню. Простаювала техніка, не виходила в поле. Но в целом хочу отметить, что в этом году, конечно, уборочная кампания проходит более слаженно, более подготовленно. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель». Своє професійне свято сьогодні відзначають медики, які працюють у сфері офтальмології. Датою проведення був обраний день народження Святослава Федорова, талановитого советського хірурга, який уніс великий уклад у розвиття офтальмології. Зараз гэты керунок медицини на Гомельщині організаваний у стройную структуру лячебних установ з самим сучасним обсталяванням. Об унікальних нескладаних операціях, які гомельські врачи проводять у лічені хвилини. Репортаж Ганни Ковальовой. 4,5 тисячі операцій у год, у тим ліку по лінії мікрохірургії. Прикладно 6 тисяч пацієнтів. І гэта тільки у стаціонарних відділеннях, яких, до речі, на Гомельщині налічується 3. Сьогодні гэта агульний образ офтальмологічної служби нашої області. За сухими ж лічбами стоять конкретні люди, які отримали шанец бачити світ на свої очі, і медики, які подарили їм таку можливість. Ми оказуємо всю возможную помощь, которая возможна в настоящее время, скажем, в мире. Вот. Это стандартная, как бы уже считается, хирургия катаракты. Мы имплантируем лучшие в мире хрусталики, проводя вот бесшовную хирургию катаракты с имплантацией хрусталиков. Также у нас широко проводится высокотехнологичные операции. У такой сферы, как офтальмология, многое залежит от обсталявания. Коли оно позволяет выключить ручный удел хирурга и целиком компьютеризовать процесс, тогда шансы на выздоровление резко возрастают. Досягнуть этого позволяет эксимер-лазерная установка, которая находится у Гомельской областной специализованной клиничной больницы. Этот аппарат самый сучасный в своем роде. При его допомозе операцию на ободва вока можно провести усяго за 15 хвилин. До речи, чем меньше должится операция, тем меньше и рызыка после операционных ускладнений. Лазерная коррекция зрения предусматривает восстановление зрения, практически полное восстановление до единицы зрения с помощью вот такой вот эксимер-лазерной установки. Когда у нас его не было, естественно, мы не могли этого делать. Установка з'явилася тут прикладно год тому. За гэты час магчымасць докладно бачить свет без окуляров и линзов отримали прикладно 1500 человек. Во всей Беларуси такой же техникой может похвалиться только столица. До речи, минские и гомельские врачи тесно супрацовничают и часом становятся побач каля операционного стола, коли гэтага потребует здоровье пациента. Так, усяго некалькі тыдняў тому гомельские хирурги разом с коллегами из республиканского центра оториноларингологии провели уникальную операцию по выманию осколка шкла звука. Зробили это без скальпеля и разрезов. У вынику потерпелое вока удалось заховать. Я верю в нашу медицину. Она не самая худшая в мире. А наоборот, я в этом убедился. Спасибо врачам. В общем, по-человечески отнеслись и с пониманием и сделали все возможное. Зараз мужчина находится на реабилитации в Гомельской областной специализованной клиничной больнице. После операции отчувает себя добро, делится уражениями и надеями на полное выздоровление. Ганна Ковальова, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». До інших тем. Сьогодні у Гомелі відбулася презентація картини професійного мастака, генерального директора Національного мастацького музею Білорусі, уродженця Гомельщини Владимира Прокопцова. Креативну виставу організували на 8 годин, 8 минут і 8 секунд на пляцовці вежі огляду палацово-паркового ансамбля, яка уміщає тільки 8 чоловік. Серед запрошених були і наші кореспонденти. Час быў вызначаны вельмі дакладна. 8 жніўня, 8 месяца, а 8 гадзіне, 8 хвіліне і 8 секундзе раніцы. Гэта вельмі сімвалічнае супадзенне адной лічбы, якая азначае час нараджэння Уладзіміра Пракапцова, паўтарэнне знака бясконцасці. Яго вяртанне на малую радзіму не літаральнае, а духоўнае. Яно праз магчымасць беларускай публікі бачыць творы мастака там, дзе ён нарадзіўся. На Гомельшчыне Уладзімір Пракапцоў часта праводзіць выставы, дурыць калекцыі сваіх твораў. Багаты падарунак
ён зрабіў сваім землякам, перадаў Дубрускаму краязнаўчаму музею 40 твораў вядомых беларускіх мастакоў з асабістай калекцыі. Ён палічыў, што карціны будуць глядзецца лепш, калі паявяцца перад шматлікай публікай. На гэты раз падыход быў нетрадыцыйны. Калі Париж асацыіруецца з Эйфелевай башняй, то Гомель асацыіруецца вот з гэтай вежай таксама. Гэта дамінанта горада Гомеля, вельмі такая значная гістарычная, культурная, я б сказаў бы, такая вот кропка. І, канешне, для мяне было прыемна, што сёння вот на такой вышыні 195, здаецца, ступеней наверх. Гэта таксама это да неба, да зор. Вот, так што я лічу, што гэта вельмі такая адметная, я лічу, такая падзея менавіта не ў акадэмічных залах палаца, а вот на гэтай вежы прэзентаваць сваю карціну. Гэта вельмі, я лічу, прыгожа, і хачу падзякаваць маіх гомельскіх калег, якія падтрымалі гэтую ідэю і сёння яе правялі. Жывапісны твор Уладзіміра Пракапцова «Маё палесі», які доўжыць нізку аб родным краі, ствараўся аўтарам на працягу гэтага года. Ён выкананы ў рэалістычным стылі. Аўры шчымлівай настальгіі аб родным бацькоўскім кутку і роднай вёсцы Жгунская Буда Добрускага раёна, дзе нарадзіўся мастак і правёў дзяцінства, напоўнены абагульнены вобраз бацькаўшчыны «Маё палесі». Уладзімір Пракапцоў жартуе, што будзе рады запрасіць усіх на свой 88-й дзень нараджэння і ўжо ўсур'ёз агучвае творчыя планы. У гэтым годзе будзе, дарэчы, выставка сумесная с Гомельским палацапарком ансамблем мастацтва буддизма с Державного Эрмитажа. Вот плануем праз месяц открыть в нашем музее, потом будзе вот тут у Гомеля. Людмила Чарнецкая, Олеся Рудзянкова, Сергей Лукашук, Артём Каржыцкий, телерадиокомпания «Гомель». У Гомельскай вобласці з'явіўся маладзёжны добраахвотніцкі археалагічны атрад, які не мае аналагаў у Беларусі. Больш як 20 школьнікаў Рэчыцкага раёна пад кіраўніцтвам доктара гістарычных навук, прафесара гісторыі Сергея Расадзіна займаюцца раскопкамі старажытна-рускага гарадзішча на тэрыторыі гарадскога пасёлка Горваль. Добраахвотніцкі атрад арганізаваны абласным камітэтам Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі пры падтрымцы аддзела адукацыі, культуры і па справах моладзі Рэчыцкага райвыканкама. Падрабязнасці ў рэпартажы Веранікі Варашылінай. Пра тое, што на тэрыторыі гарадскога пасёлка Горваль маюцца культурныя адклады эпохі старажытнай Русі, было вядома яшчэ з 1950-х гадоў, калі Рэчыцкі раён, па сутнасці, з'яўляўся археалагічнай сталіцай Беларусі. Сёння ўдзельнікі першага ў краіне маладзёжнага добраахвотніцкага археалагічнага атрада пад кіраўніцтвам доктара гістарычных навук, прафесара гісторыі Сергія Расадзіна шчыра спадзяюцца, што іх раскопкі абавязкова прывядуць да адкрыцця пакуль невядомага старажытна-рускага горада. Мы собираемся исследовать здесь несколько сот метров. Предполагаем, что стационарно будет сюда приезжать экспедиция наша, которая в этом году работала в Лавришеве. Исследовать мы хотим вот и укрепленную часть Детинец или Кремль, потом перейти на неукрепленную. За валами был городской посад, чтобы понять, какая была городская культура, в чем ее специфика, чем город Горваль отличался от той же Речицы. Доктор гістарычных навук, прафесар кафедры гісторыі і паліталогіі Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта Сергей Расадзін археалагічнай даследчай дзейнасцю займаецца больш як 40 гадоў. Падчас раскопак сваім юным памочнікам ён распавядае цікавыя гістарычныя звесткі з вопыту сваіх асабістых экспедыцый. На тэрыторыі сучаснага гарадскога пасёлка Горваль удзельнікі археалагічнага атрада ўжо знайшлі фрагменты старажытных бытавых рэчаў, жаночых упрыгожванняў і нават чалавечыя рэшткі. У бліжэйшыя дні іх даследаваннем зоймуцца антраполагі Нацыянальнай акадэміі навук. Трэба адзначыць, маладзёжны археалагічны атрад, які зараз працуе ў Рэчыцкім раёне, не мае аналагаў у Беларусі. Ён быў арганізаваны Гомельскім абласным камітэтам БРСМ пры актыўнай падтрымцы аддзела адукацыі, культуры і па справах моладзі Рэчыцкага райвыканкама. Зараз у атрадзе задзейнічаны больш як 20 школьнікаў Рэчыцкага раёна. Гэта дзеці з бліжэйшых вёсак, якія наведваюць лагер дзённага знаходжання на базе Глыбаўскай сярэдняй школы. Маладзёжны добраахвотніцкі археалагічны атрад на Гомельшчыне сёлета быў запушчаны як пілотны праект. Аднак можна казаць ужо зараз, што ён мае ўсе шансы стаць доўгатэрміновай практыкай. Это интересно, это природа, это, опять же, таки новое знакомство, это новое впечатление, потому что найти что-то новое в земле или вот прикоснуться ладонью к истории, это дорогого стоит. Судя по тем находкам, которые здесь есть, работать еще и работать. Поэтому Сергей Евгеньевич предложил на следующий год организовать экспедицию, и мы уже начинаем об этом думать. Вероніка Варашыліна, Валерий Гапанько, телерадіокампанія «Гомель» з Рэчыцкага района.
І на гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Наталія Ігнатенка. Усяго вам добрага і да новых сустрэч у ефіры.